Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня будет видео, ну скажем так, обзор на марку Кора. Я покажу вам все продукты, которые у меня появились за последнее время, все те продукты, которые я уже попробовала, и могу сказать вам свое мнение о них. Я могу сказать, что с маркой Кора я познакомилась где-то более 2 лет тому назад, но я всегда использовала только один продукт и как-то на остальные не смотрела, потому что видела противоречивые отзывы в интернете. Тоже делились люди, скажем так, 50 на 50, кому-то нравилось, кому-то не нравилось. Ну и как-то я думала, что ну как-то что-то такое непонятное, и поэтому все время откладывала покупки. Но сейчас у нас в Петербурге, в торговом центре «Меркурий», это на Савушкина, кто из Питера, тот знает, открылся корнер непосредственно от завода этой марки, и, конечно же, я не могла пройти мимо и приобрела там некоторые продукты, которые покажу вам. А также я оставлю ссылки на все продукты, которые я буду рассказывать в этом видео, в инфобоксе. Так что, кому интересно, обязательно переходите, посмотрите. Так что, кому интересна такая тема, продолжайте смотреть. Итак, первая маска, которую я хочу вам показать, которая со мной уже на протяжении где-то более 2 лет. Это действительно правда. Я ее постоянно приобретаю, и она у меня постоянно в арсенале. Это вот такая маска Sebio Balance с пребиотиком для жирной и проблемной и комбинированной кожи. Моя кожа сухая, склонная к высыпаниям. Эта маска предназначена для улучшения состояния жирной комбинированной проблемной кожи, склонной к высыпаниям, образованием прыщей и углей. Контролирует функцию сальных желез, оказывает абсорбирующее, подсушивающее действие, предотвращает закупорку пор, образование комедонов, воспалительных элементов, тра-та-та-та-фа-ля. В общем, этой маской я полностью довольна. С этой маской, скажем так, моя кожа стала менее склонна к высыпаниям. Высыпания все равно, конечно, иногда появляются, особенно в наши дни, но с этой маской я действительно вижу улучшение кожи, даже как бы более чистые поры, которых у меня немного, но они все же есть. Ну, в общем, ей я полностью довольна, при этом она не стягивает кожу, не подсушивает кожу, не дает, знаете, шелушения, то есть она не шелушится после этой маски, то есть я ее просто обожаю, и всем я ее очень сильно рекомендую, в особенности, если у вас есть проблемы с высыпаниями, просто вот обратите внимание на эту маску, она стоит, ну, как мне кажется, не так дорого, по крайней мере, для ее действия, можно сказать, сущие копейки. 500 с чем-то рублей, если я не ошибаюсь. Ну, все ссылки, как я уже сказала, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Перейдете, посмотрите, почитаете. Ну, в общем, эта маска, это прям моя любовь. Она у меня всегда есть, и я ее буду покупать снова, снова и снова. И следующая маска, которую я приобрела в корнере от марки Кора. Как я уже сказала, он открылся в торговом центре «Меркурий», непосредственно от завода. Это вот такая крем-маска с фруктовыми кислотами «Эксфолиант». Значит, эта маска, как мне сказал продавец, это чуть ли там не хит их вообще масок всех. Значит, она у нас идет для всех типов кожи. Ее нужно делать курсом, как вы видите, 15-20 процедур. Она отшелушивает кожу, сглаживает морщины, выравнивает рельеф, повышает тонус и так далее. Даже борется с пигментными пятнами, которых у меня нет, и насчет пигментации я ничего не могу сказать, но действительно она хорошо отшелушивает. Единственное, что после нее я наношу увлажняющую маску или увлажняющий крем, потому что она немножко подсушивает. Но понятное дело, потому что здесь содержатся кислоты. Когда ее наносите, она немножечко как пощипывает, она обычно вот такая белая, практически без какого-либо запаха, немножко пощипывает кожу, мне в районе носа, в районе
щек и подбородка в большей степени, но никакого прямо жжения от нее не заметила. И действительно, она хорошо выравнивает рельеф. Даже вот пятнышки от постакне, она их как бы делает немного более светлыми. Очень мне понравилось, я ее тоже рекомендую. Действительно, очень-очень хорошая маска. И следующие продукты, о которых я вам хочу рассказать. Эти продукты были у меня в пробниках, как вы видите. Мне их надавали, мне кажется, достаточное количество, чтобы распробовать, скажем так, эти продукты. И у них я хочу сейчас вам тоже рассказать. Ну и давайте начнем вот с такого геля-концентрата Anti-Age, который, видите, имеет антигравитационный эффект против морщин, глубокое увлажнение, усиленное ремоделирующее действие. Наносить ее можно днем и вечером. Она действует усиленно на выработку коллагена, насколько я поняла. Имеет интенсивное увлажняющее действие. В общем, что я могу сказать по поводу вот этого? Да, действительно, этот гель работает, но... Этот гель работает исключительно за счет того, что оно дает небольшой легкий отек кожи. То есть, как бы, кожа не становится более упругая, она не становится более такая плотная, она становится именно слегка такая, слегка отечная. Я не люблю такой эффект на коже, то есть это такой для меня видимый эффект. Он действительно эффект есть, но видимый, как вы уже поняли. И я больше люблю средства, которые направлены именно на увлажнение, на плотность кожи. Те средства, которые не дают видимый эффект, как вот этот гель-концентрат. Поэтому я его приобретать не буду. Попользовалась, в принципе, мне понравилось. Мне кажется, подобное средство хорошо подойдет женщинам, у которых есть выраженные морщины, выраженные заломы. Например, можно наносить его, ну, я бы, например, стала бы наносить его локально на какие-то проблемы, на какие-то заломы, например, на области лба, да, где у нас есть вот этот мимический залом, скажем так, между бровей, да, у кого есть, там, на носогубные складочки. Да, можно вот его как бы точечно, скажем так, наносить, и будет очень хороший эффект. Но, опять же, это для меня это видимый эффект, поэтому я не буду приобретать полную версию. Также мне дали пробники, это уже другая линейка, New Line, тоже она относится к марке Кора, но это профессиональная линейка, та линейка, которую используют в салонах красоты. И из этой линейки мне дали вот такие два пробничка, супер увлажняющий крем 24 часа. Неплохо увлажняет, но не для сухой кожи, честно, мне не хватило от него увлажнения, но я могу сказать, что оно действует как бы накопительно, то есть, когда я нанесла первый раз этот крем, мне вообще никакого увлажнения не дал, то есть, мне захотелось еще что-то сверху нанести, на второй раз мне уже более-менее комфортно, на третий раз, то есть, каждого пробника мне хватило на два раза, да. То есть и уже под конец второго пробника мне уже более понравился этот крем, но не вызвал желания приобрести его, потому что тот же крем с авокадо от Holy Land мне нравится намного больше, скажу честно. Поэтому это тоже для меня нет. И также еще именно от Коры у меня были вот такие обновляющие маски с органоминеральным комплексом. 25+, для профилактики и решения комплексных эстетических проблем, нормализует баланс, улучшает микроциркуляцию, восстанавливает эластичность, делает более четким овал лица. Но я могу сказать, что вот эта, например, маска мне понравилась больше. То есть она, понятное дело, что они немножко разные, но это как бы тоже обновляющая маска. И маски с фруктовыми кислотами, они тоже имеют обновляющее действие. То есть вот эту я в полноразмерке пользуюсь с удовольствием, вот эту в полноразмерной версии не возьму, потому что вот эта нравится мне больше. Поэтому это нет. И, кстати, вот этого пробничка мне хватило, то есть один пробник на один раз. И дальше хочу вам показать, у меня были две вот такие маски, это вот три пробника одной маски и один пробничек другой.
И, значит, здесь у нас маска 5 факторов молодости кожи. Для активного антиэйдж ухода за кожей любого типа оказывает выраженное моделирующее, укрепляющее, подтягивающее действие, делает более четким контур лица. Ну, в общем, ссылку на нее тоже оставлю внизу в инфобоксе. И вот такая маска. Я их показываю вместе, потому что они, ну, для меня чем-то схожи. Но вот это просто супер маска. Это Mio Relax маска, которая имеет тоже выраженный антиэйдж эффект. И вот эту маску я просто побежала и купила себе в полноразмерной версии. Здесь 300 мл. И я вам сейчас прочитаю, что нам обещают. Действие для салонных процедур, интенсивного ухода за кожей лица, шеи, декольте. Способствует профилактике и разглаживанию мимических возрастных морщин. Мультивитаминный коктейль в сочетании с глюконатом магния, кремнием и полисахаридами обеспечивает как мгновенный, так и пролонгированный лифтинг. Корректирует овал лица, эффективно восстанавливает водный баланс эпидермиса, способствует выравниванию микрорельефа кожи, продлевает время действия мезотерапевтических коктейлей, инъекций ботулотоксина. Девочки, вот это просто супер анти-эйдж маска. То есть вот она по сравнению с этой, она бы мне понравилась, если бы у меня не было бы вот этого пробника. Скажу честно, я бы тогда приобрела вот эту, потому что это тоже хорошо очень напитывает, как бы немножко дает такую плотность кожи. Но вот эта маска, она просто потрясающая. Она, когда вы ее наносите, дает небольшое покалывание кожи. Вот я ее открыла. Вот она такая обычная кремообразная. То есть она дает легкое покалывание кожи. Не такое, как при покалывании с маской с фруктовыми кислотами. Она дает как бы, ну, такое легенькое, как будто бы, не знаю, как будто бы вас массаж такой вам делают. Ну, просто потрясающе. Вообще от нее эффект, как будто бы вам сделали какой-то антивозрастной массаж. Серьезно, с какой-то супер сывороткой. Вот такой от нее эффект. Очень сильно расслабляется как бы кожа, что ли, с этой маской. Расслабляется даже немножко мимика. Действительно разглаживаются морщины. Действительно даже не хочется, вот знаете, морщить лоб. Вот я вам так скажу. Она насчет овала лица, я не знаю, возможно, у меня просто нету сильно выраженных проблем с этим, но морщины на лбу, которые заломы, я имею в виду, от мимики, да, она просто разгладила, вообще кожа вся разглажена, она не дает вот эффект отека, да, который я, так скажем, не люблю. Она дает такое расслабление, расслабление кожи, мышц. Я не знаю даже, как это назвать, но эффект для меня просто потрясающий, честное слово. И я наносила эту маску, то есть использовала ее уже много раз. Как вы видите, у меня ее много осталось. То есть я использовала где-то раз 5, один раз в пробнике и раза 4 уже в полноразмерной версии. Для меня эта маска хороша на использовать раз в неделю, то есть для профилактики, скажем так, для поддержания кожи в тонусе, да, в хорошем таком действии. И более того, она действительно имеет пролонгированный эффект. То есть я ее сделала утром, вот когда у меня был пробник, увидела отличнейший эффект плотности, подтянутости, такой, знаете, напитанности кожи, такой просто, при этом такой как бы расслабленности небольшой лица, очень, ну, скажем так, мышцы лица, да, если правильно говорить, очень классно. И на следующий день с утра этот эффект продолжался. То есть, если делать ее на постоянной основе, допустим, 2 раза в неделю или раз в неделю, состояние кожи улучшается. Я ее даже использовала однажды, то есть делала вечером, потом просто промокнула салфеткой и легла спать с утра. Кожа просто потрясающая. Я очень рекомендую. Вот такая боди, она стоит 900 с чем-то рублей. Я на нее ссылки тоже оставлю. Но вот это вот просто потрясающая маска. Меня также девочки спрашивают во время похудения, как ухаживать за кожей лица, как вот восстановить овал лица. Не знаю, вот я рекомендую вот эту маску. Честное слово, очень сильно ее рекомендую. Мне очень понравился эффект.
Просто она действительно потрясающая. Конечно, она, то есть вы понимаете, да, что если у вас уже есть прямо какие-то такие морщины, которые с вами уже очень давно, она, конечно же, может быть, постепенно сделает их менее заметными, но мне просто она безумно понравилась. Действительно, как будто бы я побывала у косметолога, я не знаю, сделала какую-то процедуру, сделала какой-то массаж лица, вот такой, знаете, расслабленность. Вот даже когда вы просто сами, если себе делаете массаж лица, такой достаточно продолжительный, вот такая некая расслабленность идет мышц. Вот это происходит только с этой маской. Мне кажется, это супер просто. Поэтому, как вы видите, я после первого применения побежала и купила себе полноразмерную версию. И до сих пор ей вообще довольна. Я не видела еще, то есть не пробовала еще масок с подобным действием. Честно, вот честно признаюсь. Даже я как-то рассказывала про маску такой черной банки от Шанель, которая мне очень сильно понравилась, но цена на нее просто кусучая, она стоит что-то там 6 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь. Она тоже давала такую напитанность кожи, тоже хороший тонус кожи давала, но не было вот этого такой расслабленности мышц, которая дает вот эта маска, и стоимость, конечно, ее 900 рублей, я не знаю, я за нее готова была 3000 отдать спокойно, потому что ее действие, тем более большая бадья 300 мл, ее не так много нужно, ну вот один пробник мне хватило на все лицо и шею, здесь 4 мл, да, то есть на один раз 4 мл вполне достаточно, здесь у нас 300 мл, ну сами посчитайте, на сколько раз это хватает, то есть можно сделать вечером, промокнуть, как я вот, например, сделала, промокнуть салфеткой и лечь спать, и с утра кожа просто потрясающая. Я даже наносила ее, кстати, под глазки, и тоже вот эти вот заломы, они становятся менее такими видимыми, что ли, слегка разглаженными. Просто классно. Конечно, вот залом на лбу, который у меня есть, полностью эта маска не убрала, это естественно, но меньше, знаете, вот после этой маски меньше хочется морщиться, меньше хочется как-то напрягать свое лицо, уже более расслабленное, как-то даже мимика такая более расслабленная. Очень классно, девочки, я вам ее очень рекомендую. В принципе, я вам вообще из всего того, что я попробовала, я очень рекомендую именно вот эти две, вот эту и вот эту маску. Просто насчет фруктовых кислот, да, вот эту маску, я пользуюсь, ну, как бы использовала другие средства с другими кислотами, которые мне нравятся больше, да, поэтому вот эту, ну, так, мне нравится, она действительно хорошо действует, просто я использовала более сильные средства, поэтому так, но приобретать, вот, пользоваться буду с удовольствием, и я думаю, возможно, еще раз себе приобрету вот эту масочку, это точно. Если только не найду что-то другое, может быть, также из марки Кора, вполне возможно, да. Но вот эту и эту, мне кажется, просто нет замен вот этим маскам. Вот этой точно нет замен. Я не видела ни в одной марке больше вот такой маски, которая действительно вот делает все то, что заявлено, и еще плюс не сушит кожу, потому что, как вы видите, она предназначена для жирной комбинированной кожи, у меня сухая, и она мне не сушит. И вот эта маска Mio Relax, и это действительно Mio Relax, просто по-другому не скажешь, очень сильно рекомендую. Я думаю, что вот это теперь также станет на постоянной основе у меня, как и вот эта вот маска. И также я от марки Кора приобрела вот такой крем для рук. Это у них линейка Санте называется. Ночной крем для рук, интенсивное восстановление и питание с коллагеном и витамином. Неплохо питает, неплохо увлажняет. Но я могу сказать, что для своей цены неплохо справляется. В принципе, мне понравилось. Имеет такой неплохой, ну просто какой-то косметическо-цветочный аромат. Не знаю, даже не могу определить, чем именно пахнет. Но неплохо увлажняет кожу. Я не скажу, что вот прямо 100% я довольна. Но я такой человек, я люблю придираться к средствам. Вот.
Но для своей цены очень даже неплохо. Я рекомендую тоже присмотреться. Просто я использовала, пробовала для рук другие крема, такие как от марки Колистар, например. И от марки Колистар, ну там, конечно, вообще достаточно, не знаю, раз в неделю наносить на кожу рук, и у вас всю оставшуюся неделю кожа рук будет в идеальном состоянии. Здесь, конечно, такого нет. Здесь нужно использовать каждый день. Не знаю, как насчет разглаживания кожи рук, но вот напитанность, увлажненность есть, да, нету никаких ни шелушений, никаких даже кутикул в хорошем состоянии. Но кутикулу я использую всегда какое-то масло, поэтому, ну, так вот, да. Есть еще у марки Кора средства для ухода за волосами. В общем, много всего. Хочу попробовать также тоники от этой марки. Если вы использовали какой-то из этих средств, допустим, обязательно напишите, нравится вам или не нравится. Если у вас есть какие-то другие любимчики от марки Кора, обязательно мне напишите, потому что, ну, вот это две, это просто, я не знаю, перевернуло, наверное, мое все представление о косметике, особенно вот эта маска. Просто потрясающая. Хочу дальше знакомиться с продукцией марка Кора. Буду делать это с огромным удовольствием, так что очень жду ваши комментарии внизу под видео. И также не забывайте переходить в инфобокс, я оставлю ссылки на все продукцию, которую я вам здесь показывала. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, оставляйте свои комментарии, оставляйте внизу свои отзывы на продукты, которые вы используете, если используете от марки Кора. Мне действительно очень интересно стала эта марка. С удовольствием почитаю ваши комментарии и прислушиваюсь к вашим отзывам. Ну а на сегодня все. Всех люблю, целую и до новых встреч!